На Сан-Сиро даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня вместе со мной работает Константин Генич. И итальянский футбол зовет нас в гости, серия А в прямом эфире. Это Интер против Сампдории. Отличный матч ждет нас, Георгий. Не вижу ничего такого, что говорило бы об обратном. Лучшим тренером в истории Сампдории считается серб Вадим Бошков. Сербский специалист не только возглавлял команду в звездную эру и выиграл с ней чемпионат Италии, дошел до финала Лиги чемпионов, но и поиграл в качестве футболиста в этой команде в 60-е годы. Да, он привел Сампдорию к высшему достижению – победе в чемпионате Италии в сезоне 90-91. Под его руководством команда также добилась и серьезных успехов на международной арене. Посмотрим на состав Интера. В воротах Самир Хамданович. В обороне Шкриньяр в паре с Деврейм. Чолхан-Оглу вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в атаке Мартинес начнет с Джеко. Итак, состав Сампдори. Четверка полузащитников на поле. Заметь, что один из них сыграет чистую десятку плеймейкера и будет поддерживать нападающих. Первый тайм начался. Никола Барелла. Лаутаро Мартинес. Очень опасно могло быть. Есть свободное место на фланге. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Вряд ли стоит ожидать, что гости активно пойдут в наступление. Скорее отдадут мяч сопернику и будут терпеливо ждать своего часа. При такой игре в обороне хозяев поле рано или поздно появятся свободные зоны, и именно через них будут строиться атаки. Йосида. Кандрева. Антонио Кандрева. И навесить тут нужно. Бьет с лета. Хамданович надежен. Ну, на этот раз полегче. Да, тот сейв был просто потрясающим. Ну, а теперь можно просто отдышаться. Мартинес. Джеко. Владеет мячом команда и выбирает момент для обороны.